Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня возвращаемся в стендов 2, будем также с Кексиком. Всем привет, ребят. Стендов мы не играли уже почти полгода. Сейчас посмотрим, что вообще изменили, что вообще добавили в эту игру. Но возвращаться просто так, вот, ну не хотелось, да, хотелось как что-то эпичное, да, сделать. Как бы у меня здесь очень много кейсов, которые сейчас мы будем открывать и смотреть, что мне выпадет. Потому что в прошлый раз мы открывали, ни один мифик мне не упал, нос не упал, перчатки не упали, ничего не упало. Я расстроился, вот, сейчас ультанул и... И мы это будем все открывать. Брат, как ты думаешь, вот нож мне вот за все эти ящики упадет? Хотя бы один ножичек, хотя бы маленький. Естественно. Нет, братан. Давай, поехали. Полетели. С чего начнем? Давай ревенч кейс. Давай, вот этот самый первый. Погнали. Здесь ножички есть офигенные. Просто вот эти скелет-то. Ты посмотри, какой он тигровенький. Какой он красивый. Или вот этот. Ой-ой-ой, змеиный. Ну, как... короче, в PUBG юсишка. Тут голда. Тут как голда, я, да. Да, тут голда. И я, соответственно, закупил очень много кейсов. Предлагаю что? Не тянуть. Поехали. Давай. Давай, ножичек, игра. Ну, давай. Юсп Игнит. Ну, он такой синенького качества, да, фигня. Погнали, вот этот кейс откроем. Здесь уже перчаточки есть. Ну-ка, по перчаткам. Ой-ой-ой-ой, вот эти. Мне какие-то понравились. У меня в пятом классе такие были, братан. Мне какие-то понравились, какие-то были огненные перчатки. Прям вообще офигенные. Вот эти, кстати, прикольные. Слушай, прикинь. Типа как градиент, хамелеон, понял? Да, хамелеон. Блин, о, офигенно выглядит. Я хочу себе эти перчатки. Игра, ну давай, ну не подведи. Папка меня скамит. Стендов скамит. Где? О! Что-то выпало. Что такое-то, ну, кубик, слушай, подожди. Смотри, тут какой-то паттерн 129. Внешний мисс скина категории паттерн уникален и определяется случайно при упадении. Ой-ой-ой, паттерн 129. Я так понимаю, чем выше, тем лучше, да? Ладно, поехали дальше. Есть, розовенькая! Каждым все лучше и лучше. Ой-ой-ой-ой, хамелеон АКР-12 мимикри. Легендарочка. Как раз перчаточки, понял? Легендарочка. Такого, так, надо ее сразу применить. Так, давай вот этот фейбл кейс, поехали. Блин, ну, я люблю вот этот азарт, братан. Брат. Опять краска пролетела. МП7, лич, фейбл коллекшн. Лич, ну... В натуре лич. Ну, в натуре лич. Ну, такой, ну, лич, ну, прикольный лич. Я тоже применяю его. Прикольно выглядит. Бесту, уже все, уже готов. Брат, я уже готов. Красненько, смотри, сколько красного пролетает. Ты видел, брат? Береты выпадают. Паттерн 937. Это хорошо или нет? Паттерны. Не знаю. Ну, лучше, наверное, чем синий. В прошлый раз мне выпал паттерн 137. Сейчас 937. Это лучше или нет? Запомнил, нифига себе. Да, ну я так примерно прикинул. Блин, ножичек бы вот этот бы выбить. 0,01% выбить этот нож стендов. Не знаю, брат, но выпадает маг 10 Нокси. Ну фигня. Дезерт Игл. Розовенький. Ну куда ты, алло? Китсун. Да ну нафиг. Брат, Китсун, блин, подвел Китсун нас. Блин, ну она просто пролетела мимо. Ну как так-то? Это розовенькая. Опять красная. Нож там, нож. Брат, два ножа. Два ножа пролетело. Берет выпадает. Огненный. Ну такие прикольные. Блин, а есть у скрипт какой-то? Если, например, красная вначале не падает, она в конце падает. Смотри, три ножа. Да, три ножа. Но выпадает АКР Эволюшн. Ну куда ты, Эволюшн свой? Так, поехали дальше. Ножичек, не, ну, плиз. 1000 ящиков нормально. Поехали, открыть. Давай. Брат, ну все синее, просто все синее. Не докатилось, видел? Да, там чуть-чуть до красного. Давай хамелеон кейс. В хамелеоне я хочу перчатки хамелеон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, они там проехали. Блок выпадает. Вон внизу, вот это, да. Это какой-то хоный какой-то. Хохи Ташо, братан. А, это какой-то китайский, брат. Ну он такой себе. В натуре, слышишь? Ну-ка. Блин. Перчаточки, ну куда? Брат, это уже близко было. Это уже супер близко было. Давай еще раз хамелеон кейс. Вот сейчас должны выпасть. Сейчас должны выпасть. Они просто пролетели мимо. Кейсов миллиард, но я не знаю, но игра меня скамит. МП7, палас. Хотел паласик, получай. Спасибо. Накроешь на стену себе в квартиру, брат, паласик. Спасибо. Так, выпадает Steam Beast. Нифига такая, слышишь? Ну такая, ну прикольная, да, пушка. Если что, если все куча будет синяк, мы просто потом сделаем контракт. Может, через контракта выпадет. Красненький, опять перчаточки, ну куда вы улетаете? Опять китсун выпадает, да что ж такое-то? Как так-то? Под прошлым видосом в комментах писали, что кейс это скам, короче. Ну... А где тогда, как выбить ножик? Я хочу ножик. Давай мясо! Брат, смотри, вот, смотри, ну Black Window! Смотри, а! Смотри, что делает. Ай-яй-яй, ну куда ты улетаешь все время? Ну долети, дократись, дойди. Ну не дошел. Ну, кстати, а тут новая да, М40, это муха. Какая муха? Муха, пуль. Ножик опять? Блин. МП7. Блин, ну ножи падают, они крутятся где-то рядом, но не падают, они не выпадают, они просто рядом где-то прокатываются. А вот интересно, знаешь что, вот легендарка окупает вот этот кейс один или нет? Вот это мой, кстати, да, интересно. Вот Стартрек выпадает, Юст. Подожди, там счетчик киллов, что ли? Да, у него это Стартрек, у него счетчик киллов. Давай посмотрим, сколько это стоит найти на рынке. Сколько это стоит? 43 голды. 41 примерно стоит, да? Один кейс сотка стоит. Не купил, брат. 18 голды стоит. Ну видишь, не окупает. Он даже не окупает. Такое?
это вообще песня. Оно не окупает. Давай еще закинем миллиард. Юз. Вообще шикарно. Юз опять выпадает. Юз, а, понимаешь? Подожди, бесочка. Да, тут есть либо красный выпадает, ну... Мак 10? Остановись! Big 9! Ну не падает оно! Ну не падает! Красное, ну остановись! Нет. Бро, ну я не понимаю. Ну по фирмалочку-то должно быть хотя бы, ну ладно, сейчас. Ну может я раскликать надо, подожди, давай, может быть, как PUBG надо покликать, понял, вот так? Давай. Хоть что-то красненькое сегодня упадет, нет, хоть что-то красненькое, хотя бы, я не знаю, я уже готов на М16, хотя бы М16 дай, АВМ. Попробуй следующий кейс, кнопку открыть, зажать, возможно такое? Есть такая? Открыть, вот здесь, да, зажать? Да, вот зажать можно? Я держу, да. А можешь, смотри. Брат, Evolution выпадает. Tech 9. Ну, хотя бы розовенький, хорошо, Tech 9. Сколько он стоит? Подожди. 20 штук, смотри. Найти на рынке. 23 стоит. Сюда, 30-очка на базу. Просто, ну, вообще в минус. Мы просто в жестком минусе, брат. В жестком Китсун выпадает. В жестком минусе. Просто в жестком минусе. Так, давай Fable Collection. Поехали. Давай. Fable Case. Может быть, ножичек. А может быть, ножичек. А может быть, ну хотя бы, ну, пушечка хотя бы, там, намек какой-то красненькое. Может, Revenge Case? Ну, давай. Это последний Revenge Case, кстати. У меня больше Revenge Case'ов нет. И выпадают беретты. И не будет. Блин, забей. Но беретты вот эти красивые. Я, кстати, не знаю, почему они даже синего качества. Я бы их поставил на розовые. На розовые бы. Да, я бы на розовые бы поставил их минимум. Я они... бы все скины на красный поставил бы и нормально. И но... продал бы все. Ну, это, конечно, Tech 9. Нет, Wild Joker. Брат, ну я мечтал об этой пушке. Шансов все меньше и меньше на перчаточки. Вот я хочу, блин. Да, духу не падать, запомните. Ладно, верим, просто верим. Опять красная пролетает. Куча, розовая, и выпадает синяя. Выпадает синяя. Как говорится, опять сколько наложений смотри, все равно не выпадут, братан. Просто надо верить, давай. Я не понимаю. Просто посмотри, сколько флоков. М4 из флок, флок, это флок. Это чисто рандом какие-то, я не понимаю. То сыпет, то не сыпет, и все пролетает мимо. Ну или хотя бы вот такие перчаточки. Мне уже без разницы. Любое красное, либо вау, либо хоть что-то красное. Ну что это? Стейнлесс. Тут вообще не пахнет. Бро, по-моему... 20, что ли, осталось? Ой-ой-ой, сколько красного. Ой-ой-ой-ой-ой, ну опять мимо. G22 флок. Давай, последний кейс, брат. Последний кейс. Да, нет. Давай. Не, я не буду закрывать, брат. Я... АВМ-ка пролетает. Ну что ж такое-то, М4. Да? Синий выпадает, брат. Ну, фулл синий. Так, я предлагаю сделать крафтинг. Подписываем контракты, давай. Получается. Выбираем фулл синий. Вот так вот. Бэмс. Все, выбрать 10 кейсов. Погнали. И выпадает АВМ кинг. Хорошо, он эпического качества. Так, погнали дальше. Крафтинг. Синий. Хватит, нет? Нет, не хватило. Чуть-чуть не хватило. Погнали. Бэм. Давай, розовенький что-то. МП7, прайд. Так, а розовый у нас хватит крафт? Ой-ой-ой, а розового-то хватит. Подожди, мы сейчас красное что-то сделаем, брат. Подожди, серьезно? Да, мы что-то красное сейчас сделаем, подожди. Погнали. Ну давай. Вал Гилден Гейл. Блин, кстати, это первое красное. Да, первое красное. Да, найти на рынке, сколько он стоит? 243 голды, кстати, стоит. Ну, блин, сколько я потратил, брат, на этот вал? И он подожди, стоит... получается, 200, 230, 250, это 2 с половиной кейса, получается, стоит? Да, это 2 с половиной кейса, брат. А, у меня еще кейсы есть, я не заметил. Ты прикинь? Разраб докинул, прикинь. Разраб докинул кейсы, брат. Хорош. А ну, множечек, может быть, а? Брат, красная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну почему ты такая? Почему ты такая игра? А? Да я видел, чуть-чуть не докатилась. Ну почему ты такая игра-то, а? В90 клэш. А, нет, АВМ Кинекс выпадает. Клэш рояль. Перчаточки. Шанс на перчаточки. Ну, хоть что-то красненькое. Что-то пролетел красное. Вот, красненькое видел, все. Опа, розовая. МП7 Прайд. Отлично. Еще розовенькая еще упала, это хорошо. А, нет. Юс выпадает. Так, опять последний кейс. Испыт, а? Брат, последний кейс. Подвела. Десерт Игл, вот тебе, получай Десерт Игл. Можем? Хватит? Ема, сколько синего? Брат, хватит. Сейчас мы сделаем, сейчас мы накрафтим, подожди. На 2, по-моему. М4 флог, получается. Сейчас мы накрафтим. Вот этого всего вот синего забирай. BMSEC 9 Tie-Dye. Хорошо, по идее еще хватит, да? А, нет, не хватит уже. Так, получается, теперь делаем крафтинг вот этого. Хватит? Блин, одно не хватило. Подожди, а розового хватит? Розового тоже мало. А красный, посмотри, у тебя. Может, сейчас красный будет? Ага, красный. У меня одна красная сегодня, брат. Погнали, брат. Немножечко кейсов еще докинул. Поехали. Давай, игра! Ну давай, жену! На, получай, берет. Ну хоть ножичек-то, ну! Оно рядышком было, и выпадает P90 клэш. Оно просто было рядом, оно просто открылось рядом. Ну, перчаточки! Обидно, когда просто будет вот слева красное, справа красное, и тебе какой-то там MP7 падает. Бам, да, просто. Палас, вот он, какой-нибудь такой палас выпадает. Я не понимаю, что с этой игрой, почему это самая скамерская игра в игре просто. В игра, в принципе, в мире. Ножичек пролетает. Юсп! А вот, интересно, в Facebook, такой же? Пистец. Юсп. Пип.
Чисто описала да. просто это открытие. А это описала сыпку в этой игре, брат. Просто вот реально, просто описала сыпку в этой игре. Ну что? По три раз. Два. Там три красных. Три красных просто пролетело, просто три красных. Просто три красных пролетело и ничего. Как ничего? Вот, пожалуйста. АВМ Кингс. Ой-ой-ой. АВМ Кингс. Ну, ножичек. Ну, вот этот, красивый. Вот, ой-ой-ой, какой он, Драгон Глаз. Какой же он офигенный. И он прилетает и выпадает юз. Само собой юз. Пипец, да. Перчатки не упали, ничего не упало. Ой, вот эти офигенные, да. Слышишь, и вот эти чисто. И вот эти огненные, они все офигенные. Здесь перчатки все офигенные. Но нам выпадает демон М4. Ой-ой-ой. Демон и андроид. Так, подожди, крафтинг мы можем сделать? Фиолетовый, подожди, крафтинг, фиолетовый, во-во-во, поехали. Делаем давай, бэм. Крути шарманочку, бурмалда пошла, давай. Пошла. Маг 10. Так нет, красный не выпадет, брат. А вдруг выпадет? Так нет. Тут, тут вначале синий выпадает, ты не понял? А вдруг мы его сломаем? Брат, так не работает. Да елки-палки, блин. Короче, бро, я не знаю, что с этой игрой. Мы потратили... Что, докидывай еще? Да какое, ага. Открыли дофигища кейсов. И мне ничего не упало. Вал 9, забирай. Короче, стендов официально. Самая скамерская игра. Я не знаю, здесь что-либо выбить. Хотя бы ножичек. Я не знаю, это каким нужно быть удачливым. Реально, я закинул очень много кейсов и ничего не упало. Вот повезло, хотя бы крафтами добились вот этого, вот этой пушки. Вал Гильдер Гейл. Аркейн. Прикольно смотрится, конечно. Ну, очень красивые пушки здесь. Проработано красиво, детально прям. Короче, вот с этой пушкой обязательно поиграем. Выглядит реально очень красиво. Погнали, стендовщик. Сейчас поиграем, разомнемся, посмотрим, как здесь ребята вообще играют. Может, сейчас нас будут просто здесь джага-джага делать. Удалить. Сейчас посмотрим. А, вот ГБН, да, командный бой. Вот, закладка смотри, бомбы. Вот этот, видишь, уровень. Достигните 15 уровня. Да. Я читал под комментариями. Так. Мне писали. Сейчас читаю дословно. Смотри. Играть вдвоем можете в режим напарники. Калиброваться после этого. Подзвание открываться, он на 15 уровне. Зачем я это прочитал? Я не знаю. А, это союзники, просто... союзники. А у нас другой сейчас уровень. А, у меня 5 уровень, брат. У меня 5 уровень. Я ветеран. У меня 4 уровень. Но нам еще далеко, понял? Да, нам еще далеко. Ну погнали, что мы играем? Командный бой или закладка бомбы? Ну, надо размяться, я не знаю. Закладка бомбы. Ну погнали. Let's go. Так, все, старт. Все, поехали. Ты что-то купил уже? Ну да, за 500. Пошли за, ну, пошли направо, пошли направо. Давай, у меня бомба, братан, а как выкинуть-то ее? Блин, вот сейчас бы ножичек бы, эх. Это ты, да? Нет, я по правой иду. Слушай, это ты? А, да, это я. Смотри, иди сюда, вот, смотри, нычка, туда. Че, пошли там пройдем тогда, да? Ага, нычка. Куда ты там собрался пройти? Пойдем, я думал, реально нычка. Подожди, а где бомба? На Б, да? Не так вот, здесь можно ставить, да? Обходи слева. Двойка, сзади, братан. Я не могу ставить, я сдох. Бро, меня тройка просто задушила. В натуре? Вот тебе на... У нас на базе чел? Да. Одна тычка. Забрал его. А ты чё, я один остался? Да, ты один, да. Да, ты один. Забей. Давай, не, пока, ладно, пока разомнемся. Как мне закупиться? А, во, все, вижу. Все, купил. Так, я через право. Я через лево. Ладно, я за тобой пошёл. Хорош. Пошел. У меня. Хорош. Убил. У меня смоки. Забрал здесь чела, брат. А как смоки подобрал? Они там лежали, они просто сами подобрались. А, вижу. Ставлю, зажать просто надо бомбу. Что? У меня на бомбе, прикинь, тип сидел. Я давай за тобой смотрю. Класс тип остался у них. Я понял, брат. Отвеликивай. Есть. Что он делал? А зачем он это делал? Звук-то решает. Да. Он подумал, что все, больше никого нет. Бля, рачила меня заслепил, забрал, прикинь. Забрал здесь чела, бро. Ничего не вижу. Это ты заслепил, что ли? Нет, готов. Я за тобой четверо, бро, пойдем, бегут. Пойдем, братан. Мы все четвером. Давай. Пойдем за мной. Давай, не бойся. А у него бомба. Вон, у него бомба, он ушел. Блин, глупый он чел. Он на Б идет с бомбой. Давай его заслепим, слышишь? Чтобы он не втыкал. На. Ему все равно, бро. Ему все равно, он брат, терминатор. Все, он встал, понял. Душу, слышишь? Я тоже стреляю. Бро, аккуратнее. Убью. Хорошо, я им дал хит. Слышь, я почувствовал, походу, я терминатор. Я еще. Ищел... Забрал. Ай-яй-яй. Блин. Вообще, Найс помогает. Слушай, этот, подожди, у меня же та самая пушка, которая моя. Вал 90, которая? Да, которую я, ну. Этот, мифическая. Да. Блин, Ивана красивая. Урон добавляет, по-моему, помнишь? Справа чел, по-моему. Слева. А, слева, вот да, справа. Коридоре. Забрал. И справа. Здесь еще. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Убил? Да, минус 2. Я флешку дал. Хорош. Блин, я слева чел убил. Смотри, у нас тип сидит, смотри, какая. Разносит просто дельфин. Вот это. Soft Reward, он очень странный чел какой-то. Может, у него пин какой-то. Смотри, что он делает. Брат, он рассматривает. Он лагает. Что за энциклопедия? Слышь, зашел, рассматривает местность. Второй этаж, да. Лево не знаю, лево никого не вижу. Справа сидит. Я прохожу через смехи, брат. Это ты. Забрал его? Забрал. Слушай. Все, больше никого, он здесь соло. Я испугался. Это шалун был. Отходит сзади. Вот тут коридор.
метка не может брат. Я забыл как. У нас чел, брат. Мухи летают. На, получай. Брат, я убил. Здесь чел, прикинь, сидел. Бомбу ставлю. Ставь, брат. Ставлю бомбу. Там ласт тип остался. Я бомбу охраняю. Все, Глеба убили. Ой-ой-ой, какой калаш! Все! Какой калаш! Смотри, как кидаю уже. Отлично, молик. Фейерверк! Раскиньте, как гердон делаю. Нам. Я закину профессиональную флешку. Стреляет. Да, бей. Раскидывает. Зашел. Еще. Хорошо. Сейчас зайдет. Идет. Да, стоит. Нет? Погоди, сейчас сам должен быть. Блин, а просто просаженный, бро. Там двойка просаженная. А, тебя спин убил. Блин, да что ж такое? 5-3, мы проигрываем. Все, найс, лево сразу забираем и все. Нема ты бегаешь, братан, как будто как гопник, понял? Так, я флешечку даю. Давай, там должны быть. Я слеп, братан. Хорош. Брат, имба флешечка. Ставь. Там есть? Нет. Можно могу? Да, ставь. Смотри общий чат, братан. Но это не про меня. Ну, конечно. Это не про меня, я в тебя кинул флешку. 100%, да? Чел вышел, идет, чел на, вышел. Идет. Что он творит, бро? Как он не горит с Молика? Они все там, там. А, тебя сзади понял, убили, да? Мы умираем, все, типы сыпятся. Забей. Брат, ну это комбо. Я думаю, это комбочно будет. Сейчас затащим, брат. 100%. Я вал взял. Нет, я не взял. Давай поправо. Что-то у нас поправо хорошо. Пойдем идет. Поправо, пойдем. У меня бомба, все потом. Отлично. Почему у меня, кстати, бомбы ни разу не было? Это очень странно. Я хочу тоже бомбу. А давайте скину. Не надо. Просто я хочу, чтобы мне выпало она. А я молик не взял, блин. Готов? Да. Пойдем поправо. Я на приседе. Флешка, брат. Я готов ставить. Ставь. Ставлю. Прикрываешь? Справа стой, идет. Брат. Я 1 хп. Меня продамажили. Почему, братан? Я не успел. Я не успел, братан. Я просто не успел. Давай, братан! На! Меня на водище. Ты один остался. Тройка против тебя. Да, я понял. Камбэк будет? Да, брат, я 1 хп. Бомба на бэйс еще. Давай. Еще. Блин, ну туда-то шансов. Подожди, а до скольки игра? До 10 раундов? Не знаю, бро. Я не знаю, как я решаю, зарезал все. А, решающий? Прикинь. Что? Подожди. Так, тогда КР. Пошли налево, брат, налево. Давай. Подожди, если сейчас они... У меня бомба есть еще. Отлично, все, налево сразу ставим бомбу и все. Вот это наша катка будет. Сейчас надо собираться уже, понял? Сейчас уже нельзя проигрывать. Они кидают, там есть. Это нам наш кинул. Еще кидают, они кидают. Вот это они, да. Ёпта, давай еще. Отлично, там еще есть. Так, я флешку дам сейчас. Бро, я флешку дал. Нашего закрыли. Сиди. Нормально, успей, флешку. Забрал. Убил? Еще там. Минус два, брат. Ставлю? Ставь, минус два дал. Да. А, у нас кто остался? Класс тип, да. Не класс. Нет, МП по нему, бро, где он? Вообще хз, но я думаю придет. Коридор смотрю. А если мы взорвемся, нормально будет? Да. Мы не потеряем ничего, что понял. Хорош. Болик МБ, брат. Валю, я просто валю. Я тоже валю, просто валю. Найс. О, выжили. Найс. Там Артемка взорвался. 7-6. О, братан, решающий раунд, мы можем победить, слышь? Я смачочек дал. Дал хаешечку им туда. Тоже дал хаешечку. Флешечку даю. Даю смок, я ставлю бомбу. Давай. Молик закинули. Ставлю, прикроешь? Брат, продамажил одного. Одного продамажил. Поставил бомбу. Хорош. Я ухожу сразу. Коридор. Да, коридор слышал. Смотри коридор, бро, чтобы не прошел. Убил коридор. Хорош. У тебя твой коридор правый. Он какой правый? Забрал, у тебя. забрал. А, все, вин. Только класс раунд, слышь, вот сейчас она побеждает. Кто не верил в нас? Блин. Слышал? Я сдох, плохо. Это фигово. И мне хэшку дали, брат. А, все, надо австрали. Надо вот понял, они поняли, короче, момент. Ну я хотел их понял за этот. А он здравосом просто вышел. Братан, понял, решающий раунд. А у нас Мари что делает четвертый? Мари. Смачочек раскинул, а ему хорошо. Что он по кайфу? Что он вообще стреляет? Что он вообще делает? А, я понял. Смотри, что делает. Он даже не стреляет. Не, он вообще пофиг. Брат, он пришел в Sims играть, понимаешь? Чисто зашел в террарию погавнуть. Он чисто решил подружиться, не получилось. Отдали раунд, пацанам. Не, ну мы держали достойно. Брат, мы держали достойно, но да, что-то я пошло не так. Нормально. Нифига, я аж потел, знаешь что? Ну, хорошая катка была, согласен, да. А, я софтом! Меня назвали читером! Мне, кстати, еще кейс можно открыть. Давайте, бэмс. Поставьте уровень скилла от 1 до 10.
Вот это я понимаю, пушечка, братан. Брат, я не понимаю. И тебе должны дать. У меня уже девятый уровень. Открываю. Давай, делай. Давай, открываю. Ага. Я тебе кинул, навайт. Че упало? ФБМ курс, камон. Отлично. Есть, зашел, брат. Жми. Хорош. О, у меня здесь Юсп, который Star Trek. Это та же самая карта, кстати, на которой мы проиграли в прошлый раз. По-моему, это она. Не-не, выиграли в прошлый раз. Какое? Мы проиграли на ней. Не-не, выиграли. Ага. А, ну да, кстати. Интересно, если я на разминке убью кого-то с Юспа, мне засчитается это? Конечно, нет. Да, засчиталось. Мой первый килл с Юспа. Серьезно? Там прям счетчик видно? Да. Засними крупным планом. Более тема, кстати. Вот эта карта мне больше всего нравится. Знаешь, она такая интересненькая. Ну, эта карта, да, скучная, это вообще, это, да, это офигенная карта, согласен. Они на А, они все на А. Да, они все на А. Ну, в спинку сейчас зайдем просто к ним. Конечно, сейчас сделаем просто бам-бам-бам-бам-бам. Я взял, да, они передо мной, да, прям передо мной бежит чем. Раз, два, смотри, полегли наши, а. Забрал одного, не знаю, где-то еще должен быть один. А, он справа. Вдали. Блин, я ни разу не попал, брат. Ты сделал? Хорош. А, нас убили! Вот здесь не хватает какой-то обводки, понял, что красные это противники, да, там, а синие это, к примеру, я наши. Я вот второй раз уже путаюсь, да-да-да. Передо мной чел. Слева дойдешь? Да, справа чел есть. Я с тобой. Воду ушел, бро. Жахнул его. Я с тобой. Двоих жахнул. Чтоб ты понимал, один синий, другой красный, ты посмотри на них! Ты понимаешь, это террористы все были, а костюмы у них разные. Может, он какой-то прокачиваемый? Ну, я думаю, в чате напишут. Я сам не понял, брат. У него калаш! Возьми калаш. Идет. Забрал, брат. Он ни разу по мне не попал. Ой, эмочка. Пошел как приманка, понял? Не забывай, прокидки. Давай. Отличная прокидка, брат. Хорошая? Прям в лицо, просто лютая. А, что тут чел, да, я видел. Да. Он опять синенький был. И он этот, ослеплен был. Там флешка, брат. Брат, хорошая прокидка. Двойка, слева. Забрал. Еще. Добрал. Хорошо. Сзади. Здесь убил. Все. Убил. Ты тоже убил? Найс! Да. Емамы тащим, брат. Емамы тащим. Командная игра сюда. Идут. Хорошо. Класс. Я дал флешку, по-моему, там же еще один. А, возможно, он на пошел. Да, ты зафлешил его, бро. Да? По-моему, да. Ты мне показалось. Он в кактус превратился. Подожди, а где он? Подожди, бомба там лежит, но никто ее не взял. Может, он за бомбой пошел? Давай это, да? А, здесь! Он. А, убивай, братан. Бро. Хорош. Спасибо, брат. Это тебе хил, братан. На, сидит. Переключение к серверу. Дисконнект. У тебя опять писать? Так, а почему ты дисконнект? Я не знаю, может, меня это дусят? Вышел. Бро, он одно. У меня транс КП у меня. Мне тоже. Они прям нормально дали. Вот здесь нычка есть, слышишь? Нычка я есть. Понял, братан. Понял, брат. Вообще импла. Я в жоп, прикинь. Хорош. Убил. Что? Все? Да. Ой, на Б. А, понял. Сдох. У него этот, калашик в коридорчике. Играй. Забрал? Он один там, да? Вот. Не знаю. А, слышу, еще сзади подходит. К нашим идет. Там же. Да, я понял. Он закрыл его, да? Все, хорошо. Да. Вот они, чемпионы. К мажору готовимся. Давай, бой. На! Хорошо. Ты видел, брат? Ты видел это? Я заснял, да. Прирезал типочка просто. Ну, зашел. Двойка. Забрал одного. А второго забрал. А, еще. У них класс играет. А, про... Опять, ты понял? Он опять синий. Давай. Забрал. Хорошо. Забрал, Вова. Понял, он в нашу отдел эту одежду. Тогда, я не знаю, как это работает, почему так? Чат, подскажите, что за прикол? Как привыкнуть к тому, что вот челы в синих, это могут быть противники? Ты знаешь, PUBG может по карте посмотреть, а тут нифига, слепо, жесткая, блин. Я так, раскидочка пошла. Еще, зашел. Убил. Ема, ты распрыгиваешь. Жестко, да, братан, заснял? Забрал. Хорошо. Соник играет, слышишь? Че, они ливнули, они шиканули. Там они просто втроем играли. Бро, мы их задушили. Подожди, у него плент, он скорее всего на Б пошел. Мне кажется, после ножичка он просто прифигел. Да, забрал. Это был Мирон. Победа. Нет, слушай, вот это прям карта вообще имба. Да, это офигенная карта. Вообще классно. Мне вот эта карта вообще понравилась. Да, это была хорошая, это хорошая была. Battle Pass. Брат, у меня уже 13 уровень, понимаешь, уже 13. У меня почти до 13, чуть осталось, 10 очков. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, правильно же я думаю? Сейчас давайте откроем кейсик еще. Может, выпадет еще. Ну давай, игра. М110. Не, тут даже какие-то серые пушки вообще. Напишите, пожалуйста, в комментариях, правильно же мы понимаем, что после того, как
мы берем 15 левел, мы можем играть с союзниками, да, вот эту, вот это нужно играть. Это самое топовое. Или нужно играть до 20 уровня, чтобы в соревновательный режим попасть. Куда нам нужно идти? Напишите, пожалуйста. О, давай гонка вооружения, брат. Давай гонка вооружения. Слышь, давай, это мой режим. Погнали. Мой режим? Давай, пригласить. Давай посмотрим, кто из нас круче в гонке вооружения. Давай. На миллион голды. Поехали, соревнования. Let's go. А, подожди, нет, мы друг против друга играем, бро. Да, так я в другую команду. Так я думал, это как мясорубка будет, ты не понял. Не-не, это другой режим. А, я на тычке, хорошо. А, ты меня убил. Да, я тебя убил. Подожди, а когда мне пушку менять? Что мне нужно сделать? Она меняется через раунд. Через раунд меняется сама. Видишь, там линия такая слева. То есть два убиваешь, и все, у тебя меняется. А, каждые два килла получается. Да. Все, я разобрался. Ай-я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 й. У меня петух. У меня уже дробаш был. Не может быть, врешь. Читер. Брат, не вру. Блин, ну с дробаша, конечно, надо в упор. Дробаша надо в упор. А, да, дробаша. У меня тоже дробаш, слышишь? Блин. Ай-яй-яй. Ты меня убил, что ли? А, нет. Да, нет, не знаю. Нет, не ты, не ты, не ты. Да как? Не, ну, с дробаш, это, конечно, немножечко неприятная пушка. А ты где? Мой килл! Неприятный, да, момент, когда забирает? Да не, неприятный момент, когда ты не можешь с дробаша убить. Я лоха по ему оставляю. Блин, а вот как? Дима, что? Я в прыжке дал, брата. Блин. Братан, я поставился. Это я был. А, это был ты? Да. У меня какой-то спас. А, у меня спас сейчас. Ема, у меня тоже. Ема, ты чел. На, отлетел. Не, это нереально, братан, как дробаша стрелять надо? А я тебе про что говорил? На, дал. А, что, я не убил? Или я убил? Я не знаю, я убил или не убил. А, да, я тогда убил. Меня вшатали. У тебя что, фамас? У меня калаш. В смысле, ты ямку прошел? Не знаю, бро. А, знаешь почему? Может быть, потому что ты за другую команду веешь, а я за эту, и поэтому от пушки... Не знаю, брат. Ема, меня с дробаша сбрил, чел. У меня другая какая-то пушка, у меня АКР уже какой-то, у меня лучше, у меня М-ка, потому что. АКР это калаш. Да, блин. А, я много, да, дал? Да, мне прошил. Это кто меня прошил? Это ты мне дробаша так прошивал? На. Ну, как ты делаешь это, скажи мне? Братан, так мы... Дима, ты душишь? Мы можем остановить сейчас? Что? Остановись сейчас? Зачем? Не надо просто меня убивать. Блин, ну сори, брат. Блин, реально. На. Да хорош! А, это я тебя опять убил? Да хорош! На, получается. Да хорош, хорош, ну хорош! Хорош! А что мне? А это что за пушка? А, это которая многострельная. Точнее, я быстрострельная снайпа. Как ее трясет? Так, у меня другая снайпа уже. На! Брат! Просто хедшотик тебе! На! Слинку, да. А, ты убил? Это я тебя убил. Хорошо, мы жестко вас душим, слышишь? Мы просто вас уничтожаем. Не, ну реально, вы нас душите конкретно. Ай-яй-яй, смотри, кто это делает. Это я тебя? Да? На! А я умер, да? Это я тебя? Ой-ой-ой, это я тебя. Да, да, вас меньше. Кого убивать? На, подошел сзади. Да ты меня в спинку убил. Все честно, братан. Нечестно. Да даже тыку. Ема, я жесткий, брат. Брат, у меня уже иди нос. Иди сюда, маленький. Брат, иди у сюда. Меня уже нос. Иди сюда, маленький. Как не зарезать? Ну, а как, братан? Это как это? Как библиотека, понял режим? И как? Он не умирает. Че? Он не умирает. Да, дайте мне зарезать, а? Иди сюда, маленький. Брат, зарезал. Чего? Победа. Да кто? Как? Кто читер стендопа? Кто, брат? Читер стендопа. Ну посмотри, братан, ну что это такое? Почему брат, у меня... Брат. Читер стендопа просто. Давай еще одно. Вот сейчас решающий. Давай еще одно. Реально. За меня, давай тогда за меня, да? Или может против? Да нет, давай за меня. Да, гонка вооружения, да? О, вилладж. Мы это деревня. Не играли тоже. Деревня какая-то. Ой, братан, я спец по деревням. Давай. Налево нажал, команда нет, заполнена. Давай направо. Давай, я зашел направо. Есть, нажал, есть. Нажал. Три. Корова, братан, корова, иди сюда. Какая корова, бро? Корова. У меня корова. Налево иди. Подожди, брат, карты, подожди, брат. Какая корова? Вот тут у меня, челы, брат. Какая вверх? Куда корова? Вот тут корова, слева от тебя. Ну. Я увидел. Да, вижу. Ема, корова, красивая. А тут уже, слышишь, идет файт. Тогда... Поехали. Давай, кто сейчас больше сделает, давай. Давай. Я с дробашом бегаю тоже, да, хороший. У меня другой дробаш уже. Он не умирает, братан. Ну, ема, там чел отлетел. С ножом нет, бежит. Не, ну с дроб... мысли как с ножом? А, нет, это он просто нож достал. У нас сзади, слышишь, сиги, жижа. А сколько у меня киллов? Сколько киллов уже сделать, чуть не понял. У тебя, по-моему, один. В смысле, один килл? Ты прикалываешься? Ну, да, фига... да. Ну, тебя забанили тоже. А, да. Че, они желтые, нет! Я их не понимаю по звуку, я не понимаю, где они, понял. Во, моя пушечка крутая. Не умирает.
Так, у меня калашек уже. Да как ты так, а? Брат, ну я просто мастер стендофа, понимаешь? Профик, да ты? А почему красный у нас скип, слышишь? Не знаю. Он красный. На, дал. У меня уже... Ема, у меня уже мортирка, брат. У тебя мортирка? Брат, вообще такая... Да сними пробный план на свою мортирку. Пулемет жесткий. Я тебя понял. У меня уже снайпа, авик. На. Да остановись ты. Не, а где? Ты какой-то спаун нашел, а да? Кстати, знаешь, чем прикол? А почему я этот... Списки-то не, у меня нет списки. На, получай. Списки топа у меня нет. Или я есть, да? Есть. А, у меня 12. Да, да, да. Все, это я. Сидит, прикинь, не выходит, время трачу. Дал тычку, нафиг прошел. Я тебя догнал, братан, 13 раз. Так, а ты попробуй обойти вот эту пушку. А, братан, ну это... Ой, убил одного убил я уже. Я тоже, я уже 14. Убил, все, 14 уже, братан. Я с пистолета одного запрыл. Чучечку. Братан, добил меня в спину. О, я он не умирает с пистика, это нереально. Одна тычка. У меня забрали килл. Просто на ровном месте 15, килл забрали. У тебя погоди. Как? Ну я читал. Я тоже 15. Ты читал? Да. Вот они тут, база. Ой, у меня 16, убил, брат. Ну спину убил. Сзади, Никит. Брат, я понял. Сзади прям тебя был. Ай-яй-яй. Убили. Еще. Второй этаж. Ай, меня справа есть. Убили, брат. У меня беретка у меня. У меня тоже беретка. Блин, динамичная, да, карта? Еще убил. У меня этот. Что это за патроны на шляпа? У меня перезарядка. Ай, Тек-9, брат, Тек-9. Бил, у меня под другое оружие. У меня тоже другая пушка. У меня дикал. Ма! У меня ножик, брат. Не можешь быть, как можешь? Я пошел? Ну как? И, я почти зарезал. Убил ножик. Брат. Давай. Брат, победа! Есть! Ну, брат, ну кто читер стендопа, понимаешь? Два раза невозможно, два раза подряд, брат, ну победа за мной. Давай еще один реванш. Ну все, нет, брат, матч-реванш уже все. Ну уже все, брат. Ну в следующий раз. Уже на следующем ролике, брат, уже на следующем ролике. Хэштег реванш, сейчас пишем. Пишите обязательно в комментариях, как вам ролик по стендофу. Вот, я постарался написать как можно более динамично. Пооткрывали кейсики, конечно, немного подвели, но тем не менее, вал выбил. Вот, и, собственно говоря, немного побегали, было весело. Вот, если ты хочешь видеть больше роликов по стендофу, больше видеть, как мы играем кексиком, вдвоем развиваемся в стендофе, потому что дальше мы хотим прокачаться и достигнуть 15 уровня, поиграть в новый режим «Союзники», который доступен с 15-го, а уже на 20 уровне соревновательный режим. И кто знает, а может быть мы станем киберспортсменами в стендофе, кто знает. Вот, до соревновательного режима тоже есть возможность дойти, нужно лишь дойти до 20 уровня. Обязательно пиши в комментариях, как тебе этот ролик, нравится, не нравится, и по твоей активности, и по твоим лайкам я пойму, хочешь ли ты видеть больше роликов по стендофу или нет. Пиши либо свой комментарий, прожимай лайк, подписывайся на канал. На сегодня все, как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи и пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.